Есть в русской истории славное имя – Александр Невский. В этом году весь православный мир отмечает 200-летие этого великого полководца, святого, благоверного князя Александра Невского. Дорогие друзья, братья и сестры, в эти дни церковь празднует память святого благоверного князя Александра Невского. Мне бы хотелось вам напомнить, что Александр Невский был не только великим полководцем и военноначальником, но также, конечно же, и святым нашей земли русской. Конечно же, один самый больший вклад, который он внес именно в распространение Слова Божьего, это то, что евангельское слово дошло даже до стран Поморья. Конечно же, это действительно очень большой вклад. Также, дорогие друзья, хотелось бы мне еще сказать о том, что его отвага и военная гениальность, конечно же, сочетались и с благородством, потому что за годы правления его он ни разу не поднимал меча на своих собратьев и не участвовал в княжеских разборках, разных переделках. Вот, конечно же, отчасти именно и это обеспечило ему славу в веках. Такие общие православные ценности, как любовь к Богу, любовь к Отечеству, любовь к своим ближним, именно такими ценностями обладал князь Александр Невский. Именно этим ценностям он пытался научить и своих домашних, конечно же, и своих соотечественников. Конечно же, хочется мне сказать нам всем о том, чтобы мы знали и помнили имя святого благоверного князя Александра Невского, потому что нам действительно есть чем гордиться. Проходят годы и века, но имя великого полководца Александра Невского помнят все русские люди, ибо сражался он доблестно за родное отечество, сражался и побеждал его.